Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Твистер, и сегодня я хотел бы спросить, в какие же игры мне стоит поиграть, кроме Майнкрафта? Вот кроме Майнкрафта, ну, конечно, сейчас самая нашумевшая игра это Майнкрафт, ну, я имею в виду среди таких несовершеннолетних, так сказать, школьников, да, я понимаю, что можете говорить там какая-нибудь Дота, может, популярнее, но сейчас многие летсплейщики делают летсплей по Майнкрафт, не только по, я не знаю, там, Доте и все такое. Ну, в принципе, я об этом еще ничего не знаю, но просто хочу спросить, что когда-то уже про Майнкрафт должны забыть, а выходят новые игры. И хочу вот у вас спросить именно об этом, что какие же все-таки игры мне стоит проходить, я не знаю, там, делать по ним обзоры, летсплей по этим играм. Можете, конечно, предлагать, да. И еще хотел бы у вас попросить программу одну. Ну, она, нет, ну, попросить, чтобы вы сказали, какая лучшая программа для снимания видео. То есть вот Фрапс, я им сейчас снимаю. Фрапс это, ну, у меня это такой крайний случай. Это, ну, не крайний случай, но им я не хочу снимать, говорю, потому что тут... И голос очень плохой у меня, хоть и микрофон у меня не самый фиговый. По идее, с ним голос должен быть очень супер-мега офигенный. Вот как я сам себя сейчас слышу. Но просто я не знаю. Вот можете сказать, какая лучшая программа для снимания? И чтобы она была как бы бесплатная и хорошо снимала, без лагов. Я знаю, конечно, Snagit, но его нужно покупать. Но, в принципе, можно скачать кряк. Ну тогда, я не знаю, ну просто дайте, пожалуйста, какую-нибудь ссылку или программу, я скачаю. Но, ну а так, просто, я вам задал два вопроса, а так, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, пальцы вверх, да, вот такие вот. Ладно, вы сейчас этого не видели, ну да ладно, всем пока.